Беззаконие во мне и наставим я на путь вечен, изгим я из Придите, поклонимся, царе нашему Богу, придите, поклонимся и преподнесем.
Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и припадем. Самому Христу Царю Богу нашему, живым помощью Вышнего, крови Бога Небесного, водворится речет Господи, недоступных Моисеем, и прибежище мое, Бог мой, побоем в Него, я готов избавить от всех ромчи, и от совести мятежных, лишь мать Твоего, отнимите, подкрыли Его, надеющийся, оружием обойдите, истинно Его, не убоившись от страха ночного, острый навязящий в огне, отвечий во сне приходящий, острящий сердце полностью на голове, но страны Твоя тысяча и тьма, о, десной Тебе, к Тебе же не приближится лба, чьи очима Твоим осмотришь, и в отдаянии грешникам утришь, я за Ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось, прибежище Твое не примет, Тебе Твой раб не приближится, ну как, будь муча, да никогда приткни шагами ногу Твою, нас Тебе, Василиска, наступишь и поберешь Львою змея, как на нее попа, избавлюсь и покорюсь, и яко познание мое, воздавив ко мне, скажите, Львой, не есть скорби, мой бой, краснал его, долготой не исполни, ой, твое воспаление мое, слава Христу, мы святому Духу, и ныне Христе, поверили Бога мне, молимся о покоении души усопшего по Божия новопреставленного Иосифа, и о еже простися ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Душу Его и державе не упокаяются. Милости Божия, Царство Небесное, оставление грехов Его у Христа безсмертного Царя и Бога нашего но представленного Иосифа Христе Божий наш, и когда славу восславится в нашем Отца Пресвятым и Благим, и жутрашу перед Духом ныне и присла, и во веки веков. Иосифа, я же просите ему всякому прегрешению, но он уже
Твой, где же праведник покаяется? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенное Царство Небесное, при осомнении веков его, во Христа Пресвятого Царя и Бога нашего проси. Усопшего раба Твоего, новопреставленного Иосифа Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальствием Отцем, и пресвятыми и благими жетрящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Yeah.
Oh.
Тебе, Боже, земли приняла себе на горбатый воздух,
Божественным владыкам отрванные, изводя раба твоего, мученого, Иосифа к тебе, верно отшедшего, сладости и расти в сини. Землю возврати конце приступившую Божию заповедь божественную, Тобой же, Дева, на небо, на от земли вознесоконся, лью смерть не отряше. Поки, поки, миром Господу помолимся. Еще молимся о покоении души усопшего раба Божия, новопреставленного Иосифа, и о еже простися ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якогда Господь Бог учинит душу его, и где же праведни, упокаяются. Милости Божия Царства Небесного и оставление грехов Его у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Ты еси воскресение, живот и покой, усопшего раба Твоего Иосифа Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем со безначальным Твоим Отцем и со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
Отца и Сына и Святого Духа. Мы сегодня отпеваем восходящество письма странных и необычных. Настолько необычных, что для некоторых было большое сомнение в мире брата Иосифа. И сегодня мы не смеем молчать об этом. Для сомневающихся нужно сказать следующее, что их суждение, их суд должен быть, как и всякий суд, праведный и гуманный. Те, кто сомневается, никто их не суждает. Потому что обстоятельства действительно сложились весьма трудные для всех нас. В смысле смерти насильственной, но старого брата Иосифа. Этот суд говорит, лучше освободить 10 виновных, чем осудить одного невиновного. Вот так мы должны смотреть, даже если есть какие-то трудные обстоятельства. Мы здесь должны со всей силой применить заповедь блаженства. Блаженней и милосердней. Это то, что Господь требует. Но то, что мы здесь видим сегодня, когда фактически здесь откликнулись мгновение ока все церковники, как говорится сегодня. Люди со всех сторон приехали. Со всей страны. Это свидетельствует о том, что у нас, если были какие-то сомнения, то они совершенно исчезли. Потому что мы сегодня все уразумели одну страшную вещь. Что сегодня открылась пасть сатаны. Совершенно явно и открыто. Это как бы увертюра сатанинская. То есть ударить там, где свято. Ударить там, где дорого. Ударит там, где это ближе всего нашему сердцу. И сатана ударит. Что ж, мы сразу же и подгружимся. О нет, напротив. Мы должны собрать наши силы и понять, что в лице Антихриста от нас требуется прежде всего взаимная любовь друг к другу, что часто отсутствует среди нас. И объединительная сила, которая единственная может найти правильный выход из создавшегося положения. Потому что это только первая ласточка. И несомненно, что эта пасть все больше и больше будет открываться и компрометировать лучших из нас. И убирать лучших из нас. И мы должны от сегодняшнего дня, видя вот то, что происходит, совершенно уже теперь открыто, быть к этому. Какие же чувства? Что мы сегодня должны принести праву нашего незабвенного, дорогого и любимого мученика? Вспомним, как 15 лет тому назад я тогда была икона. Чудесным образом, в полном смирении. Вспомним, как эти 15 лет икона торжественно и смиренно шествовала по всем сторонам мира. Исцеляла, воодушевляла, вразумляла, заставляла людей каяться. Сколько людей совершенно не церковных через гиверскую и чудотворную икону пали на колени перед престолом Всевышнего и исплакали свои грехи. Это было чудо. То, что мира шло, это было для Божьей Матери естественное чудо. Но то, что через это мира, через это чудесное явление, чудесным образом преображались тысячи и тысячи душ, вот это действительно чудо, которое мы уразумели, которое мы возлюбили всем своим сердцем, которое нас обнадеживало,
которое нас успокаивало. И сегодня мы являемся вот свидетелями этому нашему сознанию. Посмотрите только вокруг себя и увидите, это ли не чудо? Я не знаю, какое ощущение чудо, чтобы не видеть в этом чудо. В наших сердцах должна быть глубочайшая благодарность Иосифу, что он принес нам столько радости. Вспомним, как были эти посещения приходов монастырей с дивной иконой. Какое было воодушевление! Как слезы текли ручьями! Как люди исповедовали свои греха! Как люди молились долгие часы! И даже многие брали вапку домой и совершали дома акафисты, что никогда раньше не делали. А что делал в это время Иосиф? Он стоял в самом конце, там, тихонечко, скромно в конце церкви, чтобы его не заметили. Чтобы он никак бы не показал, что он является виновником торжества. Он все говорил. Это Божья Мать. Мы это видим. Мы это все глубоко оценили. Потому что это смирение, которое было в нем, оно дороже всего на свете. Многие так возлюбили Иосифа, что, как мне говорят свидетельства, у него было 50 крестников. Он был крестным отцом 50 почти людей, которых он принимал, все хотели, чтобы он был бы крестным отцом. И он не отказывал. Вот эти все крестики, они сейчас по всему миру разбросаны. И они являются лучшим свидетельством. Кто из нас может сказать, что кто бы то ни было из нас, хоть один человек имеет 50 крестиков? Нет, нет. Это был только один человек. Брат Иосиф. Итак, потому что это есть, несомненно, от сатаны. Будем из глубины своих сердец благодарны этому смиренному рабу Божию, который явил нам эту милость Божьей Матери. И который воодушевил нас, очень часто вразумлял нас и дал нам то, что труднее всего мы достигаем в этой жизни, а это надежда. Все мы верим, стараемся любить, а как мало людей надеяться. Подходим и задумаемся о своей жизни, это так. И вот здесь было как раз дополнение этой тройной благодетели, добродетели. Вера, любовь, и вот он дает. Чудо, которое пребывает почти в каждом доме, через эти хватки, наполненные миром. Да упокоит Господь Бог душу раба своего праведного, убиенного брата нашего Иосифа. И пусть наши сердца сегодня из всей глубины возблагодарят Его за все эти бесчисленные добродетели к нам. Еще раз хотел бы закончить самым главным. Будем бдительными, будем осторожными, будем знать, что атака идет в анфас, во вся тяжкая. Мы должны быть к этому готовы. Нас можно согнуть, но не сломать. Милости Божьей. И молитвами Божией Матери. И самое главное, это должно быть у нас можно больше. Это любви среди нас. Меньше можно было бы зависти. Как больше можно было бы любви. И как можно больше было бы поддержки нашего руководства церковного. Вместо бесчисленных осуждений, которые мы допускаем, и нашего всеобщего братского объединения во Христе по молитвам Божьей Матери. Аминь.
смерти великой и слове живоначальнейшей, вере же в усопшего, прими ныне воспевающего и благодущего. Христе благословенный си Боже, Отец наш. Я
страшный день Господень. Сей Бо есть тьма, огнем Бо искушается всяческое. Поклоняюсь родившему сына славу, рожденного в полю, сопросиявшего сужею духу и сыну Духа Святого. И духове твоему, мудрому.
слушая словесе моего, и верой пославшего меня имя живот вечный, на суд не предвидит, но пройдет от смерти живот. Аминь, аминь, благодарю вам, яко грядет час, и ныне есть до мертвых, и услышав глас Сына Божия, и услышавшего живот. Яко же Бог Отец имя живот себе так даст, и Сына вы живот имейте в себе, и область даст ему, и суд творит, яко Сын человечь есть, не дивитесь всему, яко грядет час, уже все суши во гробах услышат глас Сына Божия, и из Иисуса корши благая воскрешение сужевота, а сотворши злая воскрешение суда. Не могу за себя творить и ничего сложа, яко же слышу сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моя, но воли пославшего мя Отца. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Церковь сейчас отпевание все, что положено по церковному уставу. Прощаюсь с правом Божьим Иосифом и провожаю его путь всей земли. Я хочу один штрих добавить к тому, что говорил отец Пресвитер Валерий. Это то же, что я вам говорил, это как раз штрих, который я пережил этим летом. Летом в Бразилии происходил съезд молодежи. Вот раб Божий Иосиф туда прибыл с иконой. Это действительно был праздник. Праздник, который продолжался не один день, а все дни, пока происходил съезд. Съезд само собой работал. Но все время икона находилась вместе с молодежью. По вечерам были молебны с акафистом. Все с воодушевлением прекрасно пели, добродвинулся. Кроме того, в перерыве икона стояла, и молодежь стояла перед этой иконой. По несколько человек в день, иногда целыми группами собирались на дерево. Сами они пели акафисты и приглашали батюшку такого, которые там были, и они служили молебны. Что это было постоянное такое благодатное, духовное, радостное состояние на съезде. Это я подожил недавно этим летом. То, что так, люди прибегали с молитвой Божьей Матери к Богу, конечно, это не могло нравиться брату рода человеческого. То, что сказал отец Валерий, это, конечно, я сделал уже специально подготовленных людей, специального заговора, либо против церкви, либо против нашей церкви, либо вообще уже задание бороться с православными людьми всеми возможными способами. Иосиф, раб Божий, который вот являлся тем, через которого Господь подавал радость, милость свою избирал людям через молитву перед иконами. Люди испытывали благодатное и покаянное настроение, конечно, вот это был раб Божий, который в этом, был причиной этого, что. Я на этом году, он тоже в Бразилии посещал.
Только приколы Филиппа набывало довольно часто, но это сами на себя испытали. Интердатский монастырь Николая довольно давно не было. Так что поэтому не переживали, но мы довольно особо на все понимали, но что было в Бразилии. Нам, кроме того, что на съездах он молитвен был во всех пяти храмах, были богослужения, да, он собирался в полный храм, были, так что вот для Бразилии это было действительно такое духовное торжество. Последний раз я Иосиф провидел совсем недавно в Лесинском монастыре во Франции, на тоже он был, когда он отмечался праздник монастыря, и икона Лесинская была и икона Миропечения. Там последний раз мы молились Богу, иконой, и с Иосифом имели возможность даже видеться, я немного с ним говорил. Сегодня провожая его за милой мир, будем помнить его в наших молитвах. Душа человеческая особенно нуждается в помощи святых молитв, в наших братских молитвах, которые продаются через молитву, продается любовь наша братская. Вот об этом будем помнить, ежедневно молиться, помирать на престолу Божия Господа, что Господь просит его в поле не могли прегрешения, и чтобы Господь бы через икону, которая была у него, и он был ее хранительницей, чтобы она и дальше продолжала покрывать нас своим покровом и избавила нас от всяких бед и скорбей. Аминь. Я еще упустил сказать, что уже две недели почти что послезавтра будет был убит, никакого запаха от него нету. Но опасались, что будет какой-то запах, вчера проверили, никакого запаха нету от него. И вот он снизу открытый программы лежит. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господь наш Иисус Христос, Божественную Свою заповедь, давай за Твоего ученика и апостолов, для задней и решительности человеком грех Твоим, примите Духа Сатана, им же отпустите грехи от Духа Твоих, им же держите от Отца, и великаще свяжет и разрешите на земле, будут связаны и разрешены на небесе, а доне же и даны друг другу приймать, но пришедшую благодатью даром же и властью да сотворит через меня смирен обращен и сердце Духу Чана. Вот все великое, как человек согрешит Богу словом или делом, или мыслями, всеми своими чувствами, волею или неволею, хлебом или невыгодным, наши же мосты, клятвою или отлучением афилейским, или еврейским, весь или клятву отца своего, или матери своей, наведенося, или своему проклятию подпаде, или клятву приступи, или иными некими, как человек, связаться, но во всех всех сердцем сокрушенных пытаясь, и во тех всех видах и уз греховных, да разрешит его Господь. Велика же за неможество, забвению предали, и там всегда простить его. Человек полюбил ради своего молитвы, пресвятые и преблагословенные Богородицы и пристани во Марии, святы славные и сихвалных апостол и всех святых. Oh.
Божий, святый хлеб, святым смертным помилуй нас. Святый Божий, святый хлеб, святым смертным помилуй нас. Святый Божий, святый хлеб, святым смертным помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Небесный, и Аминь. Святая Троица, помилуй нас. Господи, прости беззаконие наше, святости и слевыши наше, и мы твои братья. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Небесный, и Аминь. Спасибо.
Thank you.
Отче, и нас помилуй до конца. Thank you.
Сильно дёрнул. Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Вот духи правильные спасавшиеся, душа Матвея заспалась, все покой, сам и любви, покойся Твой Господи, и святые Твоего хайбаются. Упокойся, вчера Матвея, приедите человека любец. Слава Отцу и Сына и Святому Духу, ты всего все шедева, ты у церковь так различимы. Сами душа Матвея, упокой, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь, едино чистое, непорочное, Дева Бога без семени вашего, воли спасися души. Нас, Боже, повелицы милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, упокоение души усопшего раба Божия, новопреставленного Иосифа. Ио еже простися ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Я, когда Господь Бог учени душу его, иде же праведни упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Божие Царство Небесного и оставление грехов Его у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господи, помолимся. Представленного Иосифа Христа Божия нашего, славу славим с безначальным Твоим с Пресвятым и благим и животрящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвой пречистой своей Матери, святых славных всеохранных апостолов, преподобных богоносных Отец наших и всех святых душ нас, приставшегося раба своего, но представленного Иосифа в селении праведных учених, в недрах Авраама упокоит, и с праведными причтет и нас помилует, яко благи человека любец. Аминь. О блаженном успении вечный покой подать, Господи, усопшему рабу Твоему, новопредставленному Иосифу, и сотвори ему Thank you.
Сережа, входи тут. Спасибо.